Вот наконец-то сегодня можно продемонстрировать, и мы можем вкусить настоящую вторую часть марлезонского балета. Это рецепт тефтелек и скумбрии, вот, которые раньше были приготовлены, и томленная брюква с пореем и с соусом, который сама я готовлю. Томатный соус из томатной пасты. Вот такое вот блюдо. Это достаточно трудоемкий тоже процесс. Брюква в чугунке томленная с большим-большим количеством пореи. С перчиком, томатным соусом, куда идет особенно хорошо. Самая пикантная, самая такая оригинальная пряность – это копченая паприка. Вот это блюдо, оно очень хорошо идет именно в такие ноябрьские холодные деньки. И полезное, и дает силы. Так что всем рекомендую тефтельки и скумбрии, и брюква томленая с пореем и соусом собственного приготовления, томатным.